А у меня есть группа «Искра Гранат». Вы можете найти ее в интернете, послушать мою музыку в электрической обработке. Но сегодня начинается мой сольный проект, где буду я и контрабас. Контрабас. Девушка Нина и контрабас сейчас попытаются ответить на вопрос, стоит ли начинать свой новый проект в таком составе. Горько-соляный вкус. Мне кажется, она прям прожила эту песню. Обернись, уже можно, я взгляну осторожно в твои глаза. Тонкую кожу электрической дрожью я ухожу. Было так сложно, обернись, уже можно, я взгляну осторожно в твои глаза. Огня между нами тянет меня ко сну. Огонь не заполнить пустыми словами. На завтра я ухожу. Завтра все будет совсем по-другому, как только откроешь глаза. Наш мир был так тесен, мой будет огромным, как майские небеса. А я лечу.